бизнесменам России. Ребята, делайте так же, как и я. Потому что, в конце концов, надо пользоваться нашими рублями, а не этими, понимаете, бумажками. Хватит там кормить западных детей, давайте думать о своих. Понимаете? Я сейчас сделаю такую фишку, да? Вот такую фишку сделаю. Все. Они, видите? Видите, как они? А еще говорят, видите? Вот, меня люди поджигают. Долой импорт! Долой импорт! Вот, мы против импорта. Вот мы поджигаем эти. Это мои последние доллары. Вот. Сейчас я их добью. А еще говорят, что они не горят. Хрен там, вон как горят. Понимаете? Все вранье, они даже на этом экономят. Эти... Да вы что, с ума сошли? Западники. Понимаете? Даже с ума, господи. Да. Да. Вот, видите? Это настоящий, так. Понимаете? Это настоящие. Это настоящие деньги. Ой, да ладно. Без базара, вот, все настоящее. Вот я только что в банке забрал, люди снимали, все видели. Вот. Все настоящее, все горит, пожалуйста. Да ну это мне нужнее, на самом деле, на улице живу несколько дней, блядь. Ну чего? Долой импорт, долой импорт, долой импорт. Вот так вот мы. Кстати, мне там с товарным чеком. Нет, а что самое главное? Вот они, видите. А, это. Я им жгу. Все, вот тут. Видите? Они горят. Они горят. Вот так. Дайте мне. Я сейчас сделаю еще. Пошли, карман, это брехня. Конечно, брехня. Давай брехня, если по-настоящему. Да, так, я это ценил. Не трогайте, не трогайте эту гадость, не трогайте. Брось ее, брось. Я сейчас сделаю, чтобы погасить этот костер. Из иностранной валюты такую фишку. За российский бизнес. Вот я погасил очаг. Отчаяние западного капитала.